Тимур. Ага. Я изучаю русский язык. Хорошо. Я знаю стих. Говори. Вставай, говори тогда, рассказывай. Ветер, тучи, сорвет, и кораблик подвернает. Он лежит в волнах, на разу тупорца. Молодец, умничка, садись. Только быстро-быстро не надо говорить стихотворение. Меня зовут Тимис. Я знаю русский язык. Ага, и? Я знаю стих. Ага, рассказывай свое стихотворение. Наша Таня громко плачет, и уронила в речку мячик. Таня Таня не плачет, и тонет в речке мячик. Молодец, умничка. Так, хорошо, садись. Так, теперь вставай. Встань. Как тебя зовут? Меня зовут Тимур. Ага, Тимур, кто ты? Тимур Санченца. Да. Я. Ага. Школьник. Молодец, умничка. И студент. И студент, можно сказать, умничка. И ученик. И ученик, можно сказать, умничка. Так, хорошо, садись, давай. Это Чингис, у тебя мама есть? И у меня есть мама. Молодец, умничка. Как маму зовут? Ее зовут Сеня. Ага, хорошо, умничка. Садись, давай теперь ты. У тебя папа есть? Да. Что да? У тебя есть? У меня есть папа. Молодец, умничка. Как его зовут? Его зовут Вюгар. Вюгар, умничка, молодец. Садись, хорошо. Так, давай теперь ты. У тебя, вставай. У тебя семья есть? У меня есть семья. Молодец, умничка. Какая у тебя семья? Какая у тебя семья? Сенин айлан нечадыр? Хорошая. Полностью предложение говоря. Меним айлан яхшыдыр. Моя семья хорошая. Молодец, умничка. Вот так вот, хорошо. Теперь что я задавала вам писать? Пиши, не деладжак. Пиши. Ага. Йо, пиши их, надо мяч. Пиши, кошка. Кошка. Ит. Собака. Собака. Сонра. Следующее. Айы, не деладжак. Медведь, умничка. Тюльчу. Тюльчу. Лису. Лиса. Вот так вот. Все животные мы тоже все знаем, да? Так, хорошо. Сели. А теперь будем писать. Just a moment.